ранее судимы? Да. Сколько раз по каким статьям? Три раза по 158, 3, по 158, 2. По 162, 2. Отбывали? Да. Освободились когда последний раз? В мае в прошлом году. За что задержаны в данный момент? По подозрению, хищение денег. Каким образом хищение было осуществлено? В палатке лежали, взял себе. Мы сидели там, отдыхали, и парень напился и плохо ему стало. Он пошел в палатку, все, я увидел, смотрю, паспорт лежит. Взял, посмотрел, в паспорте деньги лежат, взял себе деньги. И уехал. Денег сколько было? 4000 рублей. Дальше что было? Все, я уехал. С деньгами что сделали? Потратил. Рассчитывали, что вас найдут или привлекут? Рассчитывал. Я даже и не бегал никуда. Пьяные, трезвые были? Пьяные. Если бы трезвые были, совершили бы? Нет. Сейчас какие эмоции по поводу произошедшего? Расстаиваюсь. Если бы с этим человеком увиделись, который деньги похитили, что бы сказали? Вернул бы ему счет, возместил бы ему. У меня есть чем возместить его.